11 декабря в центре единоборств состоялся гран-при по ММА среди любителей в рамках промоушена «Шлеменко Файтинг Чемпионшип». Турнир прошел при поддержке губернатора Омской области Александра Буркова и компании «Газпромнефть». В легчайшем весе до 61,2 килограмма соперничали 8 бойцов из Омска, Каменска-Уральского и Павлодара. Яркое соперничество разгорелось уже на стадиях четвертьфиналов и полуфиналов. В решающем поединке сразились два омских спортсмена – боец школы «Шторм» Александр Колесников и представитель клуба «Ермак» Армен Асатрян. 2 декабря они встречались в рамках фестиваля единоборств. Тогда верх взял Колесников. Новая схватка получилась более упорной. Боец школы «Шторм» провел несколько успешных проходов в ноги. Соперник цепко защищался и перехватывал инициативу. В напряженном поединке раздельным решением судей победу одержал Александр Колесников. Я очень рад был выступить на турнире в рамках промоушена SFC, где я провел 3 поединка. Один выиграл досрочно, 2 выиграл решением судей. Больше всего у меня получалась борьба, проход в ноги и контроль позиции сверху вместе с добиваниями. Фишки – это проход в ноги с обманом на удар в голову. Я показываю удар в голову, прохожу в ноги. У меня это хорошо получается. Ну и я очень доволен. По традиции победитель гран-при получил право заключить договор с промоушеном «Шлеменко Файтинг Чемпионшип». Награду Александру вручил чемпион мира по ММА, боец команды «Шторм Шлеменко Файт Тим» Андрей Корешков. Далее известный спортсмен объявил дату турнира SFC-6. Он состоится 4 февраля. Этот турнир получился хорошим. Сейчас наши ребята, можно сказать, получили необходимый опыт для дальнейших выступлений. Отточили какие-то свои моменты, свои коронки, побывали, скажем, в не самых приятных ситуациях и, в принципе, очень хорошо из них вышли. Это очень хороший опыт, он им пригодится для того, чтобы конкурировать уже с более серьезными соперниками. Добавили драйва 2 рейтинговых поединка. Боец школы «Шторм» Егор Балтабаев взял вверх схватки с Рахатом Асановым из клуба «Аскен». И еще один штормовец Максим Рудопысов продемонстрировал большой арсенал приемов при борьбе в партере в споре с бойцом клуба «Северный десант» Андреем Мельниковым. Спортсмен школы «Шторм» был близок к досрочной победе, но в итоге выиграл единогласным решением судей. Года 3 уже прям плотно выступаю, и вот сегодня первый раз провел все 3 раунда и выиграл. Очень много чего научился. Сейчас тренируемся с профессиональной группой. Каждый день тренируемся с профессионалами. Андрей Корешков, Алексей Шуркевич, вот, со всеми бойцами. Ну, очень сильно опытно набрались. Ну, много чего научились, все захваты сложные, там тяжелые все переводы. Ну, почти все получилось. Очень рад, что мне предоставили возможность выступить на таком турнире. Это, конечно же, большой опыт для меня. Хотел бы поблагодарить Александра Павловича Шлеменко за то, что делает для нас, для всего ММА-сообщества. В первом раунде, конечно, пристреливались. Так, пробовал что-то свое. Получилось перевести в партер. Дальше контроль, добивание. Все как готовили. Также в рамках соревнований прошел розыгрыш призов для зрителей от школы единоборств «Шторм».